Спортсмены ОМК снова показали характер и волю к победе. Среди 100 участников соревнований любителей и профессионалов у металлургов лучший результат. Три этапа – бег, плавание и велосипедную гонку – металлурги прошли нон-стоп за 1 час 7 секунд. После первого этапа плавательного мы были на 8-м месте. И после передачи эстафеты Дмитрий очень сильно отработал велоэтап и вывел команду на первое место. Дмитрий Архипов проехал 3 круга по 6,5 километров, отвоевав у соперников почти 1,5 минуты. Укрепил результат Владимир Усов, добавив на 5-километровой беговой дистанции к преимуществу команды ОМК еще 1 минуту. Ну, на ОМК сильные спортсмены, ребята молодцы, как бы на них стоит равняться. Велосипеды – его все. Он серьезно увлекся ими 2,5 года назад. Совсем скоро простых велопрогулок оказалось мало, и Дмитрий приобрел профессиональную экипировку. Начал активно тренироваться. Ежедневно сварщик первого сортопрокатного цеха ОМК проезжает до 120 километров. Двигается в 3 направлениях – по шоссейной дороге в сторону Губкина, родного комбината и поселка Горшечное. За сезон накручивает 13 тысяч километров. Участвует в чемпионате России, туре Белогорья, чемпионате Курской и Белгородской областей. Все ради ближайшей цели – статуса кандидата в мастера спорта. У Дмитрия растут 2 сыновей. Металлург мечтает о том, что когда-нибудь в нашем городе появится собственная база для тренировок велосипедистов. Для этого вида спорта хотелось бы, чтобы была все-таки детская велошкола, чтобы дети могли развиваться в данном виде спорта, прогрессировать и показывать в дальнейшем результаты, отстаивая честь города, области. Большой спорт, семья и работа на металлургическом комбинате – 3 кита, на которых стоит жизнь Дмитрия Архипова. Он ежедневно крутит педали и едет навстречу новым успехам и новым победам в спорте.